как он говорит, я рад тому, что родился в таком поколении, когда можно об этом рассказывать. Иначе эти люди, они же просто животные, и они живут, страдают, и когда уже наконец-то наступит момент, когда они будут готовы, чтобы мы с ними встретились вместе. Что значит встретиться вместе? Что с одной стороны, каббалисты могут опуститься в их возможности объяснять, а человечество может подняться. Человечество может подняться в ее способности воспринимать. И так каждый из них приходит из своего состояния и встречаются в каком-то месте. Когда можно открыто рассказывать о науке Каббала, потому что есть уже язык, книги. Здесь был период от Ари. Ну и здесь период технологического развития, Ренессанс. Так пишут? Тут где-то должна быть буква «Айн». Ренессанс. И так мы развились. Но сейчас смотри, в каком особом состоянии мы находимся. Что здесь раскрывай всю науку Каббала, не бойся. Кроме тех вещей, о которых наверняка запрещено говорить, потому что ты доносишь ущерб. Но есть вещи, которые эффективны для их развития, и которые ты можешь и знаешь, как объяснять. А они в состоянии воспринять. Это как, я не знаю, это как... Это раскрытие смысла жизнетворения. Что до сих пор они были как животные. А теперь они могут жить в вечном мире. Я даже не знаю, как это оценить, как можно говорить об этом. Вместо того, чтобы ты был как собака, как свинья, жил и умирал, и все время страдал, вместо этого у тебя, пожалуйста, у тебя есть лесепасе для вечности.